Друзья, добрый вечер. Сегодня суббота, 27 июня уже. И хочу... Сегодня переселила вот этих розово-попиков. Это у меня малыши гривельки, карамельки, гривельки-голдички. Вот, они приехали ко мне недавно из Тюмени. Вот, от замечательного заводчика. Я хочу показать, насколько мы подросли. Вот, если присмотреться к ним, у них вот здесь, вот, у обоих. Сейчас покажу. Ну, короче, вот у этого хорошо видно. Вот, видите, шрамик посерединке. И у этого тоже такой вот, как бы, вот так вот они пришли. Вот с такими вот. Ну, они были очень хорошо упакованы. В отличном состоянии они пришли. Ехали они, получается, в субботу их отправили. И получила я их только, по-моему, во вторник, да. Во вторник, то есть я что-то не могла там получить их, получается, в понедельник. Во вторник только я получила... Да, почта у нас не работает, на которой, которая к нашему адресу приписана. Она не работала, и получила я их только во вторник. Или в среду даже, не помню. Ну, короче, дня 4 они были в пути. Вот. Ну, доехали они замечательно. Очень хорошо они были упакованы. У меня есть видео о распаковке этих малышей. Вот, и посмотрите, они уже наполовину у меня подросли. Вот, да, если смотреть, вот, сейчас покажу. Не знаю, чем показать. Так, пилочкой покажу. Если смотреть, вот, видите, вот, вот такие вот они пришли. Вот, а этот где-то вот тоже вот до серединки был. Вот. И вот в два раза, можно сказать, они у меня уже подросли. Они очень активные. Сначала они у меня жили одни, сейчас я их пересадила с эктериками. Эктерики примерно... Нет, эктерики чуть-чуть помладше их, получается. Так, этим я не помню. Сейчас я посмотрю, прерву съемку, посмотрю, когда они вылупились. В общем, сейчас посмотрела. Высланы они были 5 июня, а получила я их, судя по переписке, вот смотрела сейчас переписку ВКонтакте, 10 июня, то есть они у меня, бедолаги, 5 дней шли, больше лежали на почте, что-то я их не могла долго получить, вот. Ну, очень хорошо были упакованы, повторюсь еще раз, хотя была жара на улице, 28 градусов, из Тюмени они шли, тут буквально 2 дня из Тюмени почты, ну вот, получилось так, что в субботу их отправили. Это было 5, 6 воскресенье, 7, 8. И почему-то я только в четверг их получила. То ли там какой-то праздник был. Нет, почему я их 10 получила? Не знаю. Ну, короче, вот 5 дней они у меня шли. И замечательно дошли деточки. Они начало апреля, зайчики. Вот. Вот, они очень активные, очень контактные, хорошо закапываются, хорошо кушают, никаких у меня нареканий к ним нет. Вот, очень-очень замечательные улиточки, живут они с эктериками, эктерики их на месяц помоложе. Ну вот, живут они пока с 4 эктериками. Вот, будем ждать от них деточек на следующий год, если все получится. Иди сюда. Если все получится, то дождемся от них деточек. Вот такие вот они у меня красавцы. Хвостики такие у них светлые. Да, интересно. А ножка, а вот сама вот эта вот черненькая, темненькая, хвостики. Смотрите, какие светлые. Ну, замечательные просто. Вот так вот, если попрыскать, просто розовые пятачки. Ну, просто, ну, прелесть они, улитки. У меня был уже один голдик в прошлом году. Тоже я летом получала вместе со страйпиками. Ну, он у меня жил один голдик. Страйпиков я продала. Как-то они мне не пошли. Не знаю, ну, почему. Ну, хотя очень красивые тоже страйпики, гривельки. Очень они красивые. У них такой рисунок тоже. Ну, вот, решила.
А голдик он один, не то не сё остался. И я его продала в пару к двум еще голдикам. Меня забрала моя тоже хорошая знакомая Татьяна. Вот. Ну и в этом году я снова решила, что все-таки я возьму, наверное, голдиков. И вот моя мечта осуществилась. Ну, такие вот они у меня малыши-карандаши. Будем ждать от них деточек на следующий сезон. Думаю, что если все хорошо будет, дождемся от них деточек.